дежурную часть Кубинского отдела полиции управления МВД России по Одинцовскому округу обратился мужчина с заявлением о том, что из его гаража в поселке санатория имени Герцена неизвестный похитил электроинструмент. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в преступлении установлен и задержан 44-летний местный житель. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.